Молодой человек, здравствуйте. Здравствуйте. Вы не в курсе, куда мы летим? Наконец-то я вас нашел. Вроде как на Алтай. А что будет там? В баню. Как всегда, в баню. Наш путь. Вот так и начинается авантюристическое путешествие с банным уклоном. Похоже, по организации, да. Николай Михайлович Шишкин. Посмотрим, что там Коля, будет. Мы едем. Сяныч, ну чё, 5 часов. И мы в Новосибирске. Попы квадратные у нас, но ничего страшного. Сколько градусов? 27 объявляли? Да, 27. Обманули, 20 градусов. Жара. Хорошо. Жара. Народ в шортах ходит. Где же этот Шишкин? Вот теперь нам проблема его найти. Шишкин, да. Где-то на кольце нас будет ждать возле Барнаула. Живой ли он? Будем надеяться, что Константин Анисимович его не совсем ушатал. Посмотрим, посмотрим. Межконтинентальные ракеты. Получается, прям отсюда могут запустить. Да, конечно. Бах, и все. По Пентагону, блин. Без матов, без матов я снимаю. 15-я остановка за последние 2 часа. Не ругайте, не ругайте. Наконец-то встретили Николая Михайловича. Приехали с Серегой на Алтай, смотрим, вот он, банный лыжник. Вы на машине из Питера, что ли? Сергей Евгеньевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ладно, все хорошо, встретили Колю, загружаем и едем дальше. Так бывает, смотри, просто пиздячина, а нет, вон там сзади. Ну, вот и не прошло 12 часов, как мы оказались... Каменный ручей? Или Каменная ручей? Каменный ручей. Каменный ручей. Родные пенаты, Константин Васильевич, а? Ну, зима-зима. Что-то довольны. Одеваем лыжи, вперед. Да, сейчас на беговую. Вон туда, там горы. Насколько я знаю, как музей мы его ставим, музейным. Ну, это сейчас как, это как музей Евдокимова, да, сейчас? Ну, планировался, он строил. Он себе делал. При жизни дом себе строил, да? Да? Да. Константин Анисимович. Константин Анисимович. Константин. Мы просто все за Константина Анисимовича переживаем. Да, мы все переживаем за Константина Анисимовича. Ну, вот здесь. Дядя Миша Евдокимова домик. И погода. Все, завтра тогда пишем. Приехали за пихтой с правильным произношением. Акуна матата. Поле-поле. Мы спустя сколько времени это? 12, почти что 18 часов. И вот так. Ой, красота. Вечерело, сморкалось. Ребята попадали в заказник. Не бросай тлеющий окурок с горящей спичкой. Лежу, поднимается медленно в гору. Два мужичка с топорами. Один почему-то бед. Кому там пихты хотелось? Короче, ладно, спускаемся за пихтой. Вот, кстати, она.
И вот она. Кругом пихта. Ну и холодно, однако. Как происходит заготовка пихты? Большими ножницами. Вот так вот. Секатором щелк. Кому там пихты свежие захотелось? Ох, баньку. А белокопания париться нельзя. Ну ладно. Держи его. Давай быстрее, пока лесники нас не взяли. 10 минут. И два меч. Ой. Кто пихта, блин? Шелепов, ты? Где? А луна еще становится, он какая красивая. Ух. Пацаны грузят. Да. Первое место работы Николая Михайловича, который могал за всю свою сознательную молодость, проработав здесь до первых седых волос. Николай Михайлович, в какой бане вы работали? В какой бане вы работали? Финская? Там турецкая. А ты? У нас сегодня попали деньги, Николай Михайлович. Николай Михайлович. Денег нет. Вот бай. Нет денег. Смотри. Там есть кто-нибудь, нет? Нет. Никого. А, никого, можно поснимать. Смотри, не в Финск. Серега, как сейчас помню. Николай Михайлович, как всегда, с пакетами. Вот она, белокуриха, в полном своем ночном вечернем великолепии. Это была центральная улица, да, Николай Михайлович? Это единственная центральная улица. А, ну вот все, собственно говоря, вы посмотрели. Все, что можно здесь посмотреть. Дальше туда. Красота. Мы были в аквапарке, провели два недобываемых часа своей жизни. В той замечательном заведении, баньки. Да, первая работа Николая Михайловича в чудесной баньке, в комплексе. Удалось, все шикарно, еле идем. Только вот что-то пакетов все прибавляется, Николай Михайлович. Еще зимние виды белокурихи. Михайлович куда-то ведет. Ой. Вы чувствуете? Во, елка новогодняя стоит. Вот это да. Чувствуете? Злачным местом пахнет. Ну куда еще может Николай Михайлович привезти? Алтай? Заходи. Вот, на этом мы прекращаем нашу видеосъемку. Пожелайте нам всего хорошего. Здравствуй, Олень. Были на мели, продавали свои холсты. Короли и шуты открывали ты, округляли в глазах нули. А матисы Ван Гог распевали гром, светотени свои плели. Первый луч, первый дождь. Солнышко алтайское. 17 градусов, они чувствуются, да? Сколько? 17. 17? Да. Вышли наконец-то посмотреть, что здесь. Я под штаники одел, не чувствуется, не говорю. Под штаники? Да. Вот она. Прощай молодость, когда под штаники. Термобелье. Кальсончики. Ресторан здесь? А, да? Это ресторан? Помогу называть. Встает сама. Управляющая этого замечательного... А завтрак у нас состоит из комплекса. 5 завтраков, можно на выбор любой. Целых 5, что ли? Да, ой, это все.
Успеете все попробовать. Михалыч потерялся в завтрак. Костя тоже. Посмотрите в эти голодные глаза. А здесь вот такое. Это завтрак номер 3. Константин знает, что выбрать. Завтрак банщика. А, так. Там-тарам-там. И сейчас будет вишенка на торте. Николай Коля Михайлович. На диете. Теребит салфеточку. Это что? S2? Да, Кость? Ага. S2. S2, это баня. Да. Охереть. С улицы это выглядит вот так. Такая скромненькая, маленькая. Небольшенькая банька такая. Посмотрим сейчас, что там внутри. А вот Костя говорит, что этот домик построили из того, что осталось. От отходов, да? Что, в нем живем мы. Да. Но мы не живем. Мы должны были в нем жить. И дальше еще бата, да, там идет? Там тоже баня. И там баня еще? Да. Хорошего человека. Даже собаки. Любят, помнят. Константин. Шарик. Да. Еще и помню даже шарик. Вот оно, солнышко над белокурихой стоит. Выше не подымется уже, все, да? Моральник здесь будет. Пруд один. Пруд второй. Дальше водоем. Здесь будет рыбка красная. А может и белая тоже. А здесь Николай Михайлович сказал, будет здравница. И ванны будут принимать. Если моральник рядом. А вот банька еще одна. Да, рядом. Еще одна банька стоит. А, холодно. Пантагематогеновые, да? Или как она называется? Ванна? Пантовые ванны. Пантовые. Пантовые. Да, кстати, да. Кто без понтовый, можно будет сюда приехать и стать понтовым. Попонтоваться потом. Михаил, замерз? Тепло. В подштанниках. Кто-то работает, а кто-то там уже в теннис рубится. Ну, сауна. Что-то эмоций маловато. Нужно больше. Больше. Эмоций больше. Где? Что-то вы прикинь. Так, одни. Вот так проходит обучающий семинар по банному искусству от чемпиона. Николай Михайлович. Виды чудесные, прекрасные, погода шикарная. Рыбаки, пингвинчики вдалеке сидят на рыбку, охотятся. Ну а здесь баня на базе. Одно помещение зеркальное из двух частей состоит. Две баньки в одной. Там ребята рубятся в футбольчик, кричат. Поэтому я сейчас здесь подсниму. Покажу виды, что и как. Можно пройти из одной бани в другую, комната отдыха. И что мы видим? Лежит здесь ламинат, теплые полы. Лежачки, это хорошо есть. Сразу вот здесь мокрая зона, получается выход, и лежит ламинат, к которому придет кирдык. Он уже какими-то волнами. Ну, по комнате отдыха все стандартно оформлено, такой вот. Стиль, роспись, хохлома, не хохлома, или алтайская, может, что-нибудь так. Зимняя сказка, птица, солнышко, белое. Стол, просторно, чисто, светло, шикарно. Сервизики небольшие, для того, чтобы попить чаечку. Еще одна. Как бы уже на террасу,
Тоже полы теплые, тоже ламинат. Футбольчик, кресло. Тоже все в светлых тонах. И стекла, окошечки с видом на пруд, озеро. Говорят, это пруд. Большой, зарыбленный. С ключами, с холодными. Так, посмотрели здесь. Ну, давайте, наверное, сразу зайдем. Парные. Так, это свет у нас здесь. Это свет здесь. И свет у нас... И свет у нас здесь. Что мы видим? Мокрая зона. Обливное ведро. Все это все мокрое. И сразу в мокрой зоне стоят выключатели и розетки. Два, три. И две двойных розетки. То же самое. Здесь обливушечки, душ. Все это огорожено. Так. Но сами понимаете, что розетки в мокрой зоне с выключателями это совсем не то, что хотелось бы. Так, здесь у нас сауна. Полочки, посидушки. Стандартные светильнички, вагонка, по-моему, сосновый, подтеки смолой видно. Все чисто, аккуратно. Вот как там убирать? Ну ладно, здесь сауны мы здесь, скажем так, не будем допускать, что здесь с вениками. Допустим, что тут без веников. Тут, в принципе, но все равно как там убирать. Нам не объяснили. Окна нету. Печка что у нас какая стоит здесь? Вау, зота. Какая-то зота. Зотаро. С легким паром. Какая симпатичная. Прям слюнки потекли. Ковшики, все хорошо. Ну, свет вот такое, освещение будет здесь. Ага. Ну и сама баня. Теплодар стоит какой-то. Топится со смежного помещения. Проход там по террасе. На улицу не надо выходить. Что, собственно, в принципе, хорошо. Разделка. Все, наверное, это стандартная ППУшка. Надеемся, все хорошо там. Окно открывается. Ах, морозец. По 20 было вроде. Снежок, снег, чистенький, чистенький. Ну и да, да, все то же самое. Полки, под которых листья, грязь, как убрать, неизвестно. В той бане мы уже сняли вот эти напольные трапики. Будем ходить без них. Потому что под ними убираться тоже еще то удовольствие. Ну, то же самое вагоночка. Полукруглый такой вот потолок. Вентиляшка еще, дополнительный грибок вверху. Все стандартно, стандартно. Элементарно, чистенько, аккуратненько. Как будто так оно и должно быть. Здесь вот так. Здесь даже не впритык, зазорчики сделаны. Неплохо, неплохо. Ну, а полки, конечно, не попарятся. Хотя, ну, тут можно делать такой широкий полочек один. Или, нет, наверное, вот этот делать рабочий, чтобы окошко было, доступ. А здесь оставить, вот, кому надо посидеть, походить. Ну, здесь еще место свободное. В общем, такой обзорчик на парную дровяной печкой. Да. Все хорошо. Что еще? Что еще? Что еще? Да, посмотрим. Там у нас вход и... Да, вход.
туалета. Это мы заходим, раздеваемся, верхнюю одежду, обувь. И вот здесь шкафчики персональные. Вон здесь тапочки, ну там еще халатики, все это развесится. Санузел. Бойлер стоит и широкая очень. Впритык вообще, притык вверх. Как бы, не знаю. Ну и бойлер вот в туалете. Я думаю, по идее бы это все выносить в техническое помещение. Ну, тут вот так. И это, зачем она такая большая? Тут, конечно, компактная, вообще компактненькую сделать. Розеточки, зеркальце, все присутствует, все хорошо, полы теплые. Так, даже выключается свет, включается, включился, выключился сам. Интересно. Так, ну-ка шкафчик, что у нас в шкафчике? Да, вот с простынки, полотенце. Все лежит упаковано. Такой вид. Открывается? Открывается все. Ой, шикарно. Какой воздух. Какой воздух, ребятушки. Ай, замечательно. В горах еще лучше. Ну, вот такой обзорчик. Ой, ну, хорошо. Старались люди, старались. Чуть маленько парные доработать, и хорошо вообще будет. Замечательно. Так и получается у нас гидрованны с гидромассажем здесь стоит. Это между банями. Вижу, кто-то пришел там у нас. И гидровая бочка. О, ну, гидровая, наверное, потому что запах вообще. Во, даже все с таймером. Все новенький. Аккуратненький. Мои щи там в зеркальце. Ну, тоже надо будет кому-то заниматься этим делом. Ну, а там уже техническое помещение. Прачечная тоже здесь находится у них. Гладильня, прачечная и все остальное там. Такая терраса, еще проход к печкам можно там подкидывать. Там все хорошо. Куда смотреть-то, не понимаю. Сегодня, возможно, будет у нас пенные процедуры, да? В такой вот банечке шикарной, с видами. И будем пробовать обучать вот такими пистолетиками наносить пену. Ноу-хау от Сергея Евгеньевича. Да. На Алтае. Лайк, лайк. Беседка уличного типа. Да? Рядом с баней и рядом с домиком, в котором мы должны были жить. Та баня, в которой вот большая, находится там. Ну и по дереву резня, да? Резное. Ой, грибочки, грибочки. Тут такой вот изображен молодой человек. С рыбой, с квасом. Это квас, это квас. Это квас. Алтайский чай. Ладно. Оля, остановись. И тут с грибами. И человек с грибами. Не, ну какая-то тема такая интересная. Что за гном? Как-то у него нога, борода. О, видели? На дымоходе изображен какой. Заметили? Mm-hmm. Классно же. Ну, не знаю. Все в рогах. Кость, остановись туда. Все, давай. А что это мы не заметили, Николай, да? Николай Михайлович. Ну-ка, фото на память. Фото. Ой, красота. Ой, симпатяшный-то какой. Ну, меняемся. Ой, какие ветвистые. Прям рога-рога совсем такие. Вот здесь, наверное, Олежечек какой был. Все, рогат. Получается, в каждом домике два номера. А, да, домики разделены на два номера. С одной стороны, с другой стороны.
Здесь вот такая конструкция. Ну... Там здание сейчас пойдем покажу. Вот, это, наверное, прогулочно можно гулять, если вдруг дождик. Скорее всего, так сделано. Так. Раз, два, три. Сколько там вижу? 4, 5, 6, 7. Надо бы спросить, сколько домиков пронумерованы они. Вот там еще один, который снимали с беседкой из бани. Пруд. Такой пруд, озеро. Здоровое. А может и пруд? Может, карьер, блин. Нам гость. Ходят ребята, снимаем. Погода шикарная, градусов 15-17. Ой, солнышко, по которому мы в Питере так скучаем. И оно даже так пригревает немножко. Хорошо. Снежок скрипит, свежий, белый, чистый, ароматный. Ай, вкусный какой! Беседки вдоль берега с мангалами. И даже на воде вот получается беседочка одна. Похоже, что там. Ага. Вода питьевая с крана, скважина, проверена водичка, возили на экспертизу. Можно пить, сказали, без стеснения. А, ну чай вкусный. Ну, на Алтае все время чай вкусный. Вот она вся пока территория жилая. Вот такая. Горошечка стоит, вроде как березки, сосны. Симпатяшно. Летом рыбачки так и не уходят, значит, клюет. С самого утра здесь видел их еще. Только-только расцветало уже, ребята были там. Ресторанчик тоже небольшой. Вкусно кормят. Шикарно слишком завтраки. После которых даже на обед не хочется идти. А. Ну, а еще. Все, Бата уже начала работу. А. Ну, еще там строится. И моральник строится. Еще пруды будут с рыбкой. Надо будет вечерком походить. С подсветкой-то поснимать все. Ой, на солнышке хорошо. Ну, блин, как классно. Погодка. В ресепшене. Константин нас провожает. Наш проводник. На базу каменной ручи. Михалыч, тут прасик. Ценники. Здесь, ну-ка, что тут у нас? Ёлочку нарядили. Щелкнем. Это вот вход. Подценечку посмотрим. Подушка. Простыня. Ага. Сауна. Казан. Коттедж. Все, можем посмотреть цены. Итак, мы находимся в Алтайском крае, Белокуриха, база Каменный ручей, или ручей. И в руках у Николая Михайловича, как вы думаете, что? Конечно же, веники, без которых он не может прожить пару-тройку часов. Видите, он сегодня в ударе. И веники это от компании... Про веник. Николай Михайлович говорит, он даже спит с ними. Ну, вот мы в таком местечке. У нас уже все готово. И здесь можно даже поиграть в такой настольный футбол. Помахать веером. От баниум. Ну и любоваться вот такой росписью. Интересно, под хохлому? Коль, как ты думаешь, под хохлому роспись или... Что? Роспись под хохлому? Ну, тут же как-то вот кто-то постарался, и видишь. Саш, а не только ведро видишь? Ковриков нет? Нет, не было. Ведро я... А, ты ясно тогда.
уважение удобного человека. Николай Михайлович пока той травом парень проводит. Привез травок, веников. А травушку держит как раз над камнями. И веер, блин, схватил. Ну, ладно. Посмотрим сейчас на это действие. Там у нас молодежь вообще первый раз, по-моему, под этими процедурами, такими банными. Неправильно ты, дядя Федор, бутерброд ешь. Колбасой надо перевернуть. Вот видите, о чем я говорил. Ароматерапия — великая вещь. Особенно, когда попадает на камушки, на горячие. И свежая пихта, которую мы вчера рвали, она прямо вот здесь, недалеко. На машине 15 минут. Так бы и вынюхал бы все. Ты видишь, кто тут у тебя? Напарник, как ребенок. Ребенок прямо в оба глазика так смотрит, что тут происходит. Кровать? Николай Михайлович парит Александру. Ребенок сидит, наблюдает. Тоже была под веничками, под березами. Сначала сопротивлялась, потом потихонечку полежал, погрелись все. А в это время Константин Васильевич тут преподает во все свои могучие легкие, рассказывает сказулечки, предсказулечки, разные банные. Ну вот, даже здесь в электричке попарились, чуть-чуть попробовали. Ну а что делать, чтобы парная не простаивала? Ну, маленько навели тут суеты, чуть-чуть накидали листиков. Небольшой момент у нас образовался, нашли косячок, вода не уходит в слив.
и не поднять вот эту решетку, или заклеили, или что, и будем завтра разбираться, наверное. Скажем ребятам. Ну, вот так вот здесь. Здесь постелили ламинату. Конец. Второй ребенок у нас делает уборочки. Столик. Кому-то сегодня удалось под вениками полежать, кому-то нет. Кому-то удалось постучать. Ребенок, смотри, убирает яростно как. Молодец. Так. А то, видишь, они заходят, заходят. Переключай на кран, на нижний, еще разок. Горячая в левую сторону туда. Ага. Так. Сейчас уже научим водить. А то как себе домой такие. Да, надо сначала порылочку-то приготовить. Все, как разложить по местам. Можно было бы, конечно, проверить, потому как кислорода маловато, в принципе. Но можно не проверить. Ну, давай. Попарили маму. Детей. Ну, всех попарили, короче. Так. Положили. Костяна положили. Тихо, не выпускаем пар. Вот как удобно парить. Фёдор. Так, пошел 16-й каф шарик. Поплыл сразу пару. Это мама. Рядом скоро сидит. А сын парит. Ну что, все запотело. Правильно? Проверяй. Ели. Я же говорил, Я же два раза спросил, ели, все ели. Возьми другое. Да, итак, подошел к логическому завершению наш банный вечер, который состоялся сегодня, 6 числа, благодаря нашим прекрасным генеральным директорам этого всего, Александре, Вероника, Юрий. Спасибо вам большое. Вы выглядели весьма очень-очень даже. Мы кое-чего даже учились у вас. За это вам тоже отдельная благодарность. Итак, награждается. Слово предоставляется для награждения Николаю Шишкину, Кадыру Михайловичу. Сертификат вручается Юрию Фомину. Трам-там-там-там-драм-драм. Что ты окончил? Окончил курсы. Экспромт там такой получился, но все равно очень приятно. Молодец. Спасибо вам. Не, ну руки хорошие, руки хорошие, дальше. Отвлекай банную жизнь, мы пожали. Давай, я тоже пожму. Отлично. Да, еще сфоткаемся. Нет, потом все вместе сделаем групповую фото, да. Подожди, тебя-то наградим. Сертификат вручается Веронике Елисеевой. Итак... Кто догадается, сколько Веронике лет, и напишет в комментариях, тому, может быть, какой-то достанется приз. Парение от меня и от Сергея Евгеньевича бесплатно. Это не-не-не-не. И массаж от Натальи Масловой. О, и как его? От Григория Дугина. И от Григория Дугина. Печатка будет. Итак, сейчас мы, ребят, еще групповую, все вместе нам будет сфотографироваться, и все. Все, в принципе, вам сразу можно и ехать с вениками и парить всех подряд. Тем более, завтра в 10 утра у вас уже будет... Да?
кого, от кого будут призы вот эти подарки? Ну-ка, Вероника, представься, пожалуйста. Вероника Елисеева, мастерица Алтая. С любовью из Алтая для будущих участников. Отлично. Которые займут самых призовых мест. Пусть это будет сюрпризом для девчонок-снегурок. Все аккуратно. Полина. Все серьезно.